Правую руку сверху головы, все те же захваты. Через руку, левой рукой прихватываю свой кисть, начинаю приподнимать, ставлю правую ногу. И за счет маха ног и таза я кувыркаюсь через правое плечо. Руками я должен прямо перебрасывать. И сразу фиксирую, выхожу на живот. Взял захват, ногу кинул на живот. В этот момент я опускаюсь на таз. Правая нога спереди, левая позади. Левую ногу перекидываю за обе ноги уки. И моя задача, когда я перекидываю, посмотрите, левую ногу упираюсь головой от татами и руками начинаю скручивать и переводить на исихоми. Контролирую. У многих ошибка какая в этом перевороте? Ноги закидываю, корпус отдельно. Это ошибка. Вы должны единым целым взять, единым целым отсюда. Левую ногу перекидываю, правую ногу заодно и вместе с ногами я начинаю руками скручивать, забегать. Одно целое совместить. Я взял, уки падают, начинаю забегать. Правильно? Я должен вытаскивать левое плечо и сразу разворачиваться на живот.